Приветствую всех на канале ICO стартапов. В данном видео мы поговорим о ICO компании Trade.io. Мы уже разговаривали, то есть я делал обзор об этой компании, а сегодня хотели бы поделиться именно результатами, которые вот за довольно-таки короткое время они собрали 11 миллионов, практически 12 миллионов. И сегодня мы поговорим с Артемом. Артем на связи. Привет, Артем. Всем привет. Довольно-таки крутая компания, если сравнивать с другими, то есть площадками, можно сказать. Ну, то есть они позиционируют себя, что это будет супер крутая площадка для... Ну, это платформа, да, но они немножко другие, они немного отличаются, чем другие платформы. Чем просто биржа, тут и будет присутствовать, как они заявляют, и Форекс, и торговля драгоценными металлами, и то есть много чего, плюс вот очень интересная штука, это вот пул, то есть это держатели токенов, которые будут... Надо и минимум 2500 токенов иметь. Вот, и, собственно, ну, хотя тут вот палка в двух концах, вот держатели токенов, которые будут входить в пул, то есть вы будете вносить эти токены, вот, вы будете как получать ежедневно прибыль, то есть доход биржи этой площадки, так и будут высчитываться минуса, если площадка будет, ну, то есть терпеть определенные минусы в тот или иной день. Ну да, то есть там за спреды, за комиссии, за маржин трейдинг будет. Кстати, они 10% от всех инвестиций или 50 миллионов токенов направят на вот этот пул ликвидности. То есть на обычной торговой площадке, к примеру, есть разные проскальзывания. То есть вы поставили стоп-лосс, то есть ордер на фиксацию вашей прибыли или убытка, ну, допустим, убытка, да, и рынок пошел резко вниз, то есть биткоин там провалился с 12 тысяч на 10 тысяч, и вас закрыли на 10 тысяч, они там, вы поставили ордер на 11 800, вот, и это проскальзывание, то есть эти все такие проскальзывания они будут компенсировать, вот, и, кстати, по инструментам у них будет 120 инструментов, и это уже будет совсем не за горами, апрель 2018 года биржа начинает работать. Ну, довольно-таки крутая площадка по сравнению вот с тем, что сейчас на рынке есть. Ну, понятное дело, выходят все новые биржи, та же Binance, потом COS вышла, они тоже, согласен, очень крутые. Ну, там никто тебе ничего не компенсирует. Это, ну, да. Там, в принципе, бесплатно торговать, там минимальные комиссии, но там нет, в принципе, особой... Ну, не всегда есть ликвидность. Не на всех активах есть ликвидность. А тут они будут торговать, то есть там только крипта торгуется, а тут будет и Форекс, и нефть, и драгоценные металлы, там, и так далее. Плюс пул ликвидности – это очень крутая штука на самом деле. Ну, смотря в какую сторону это все будет идти, если это в основном в прибыль. Ну, хотя, если вот так как все развивается в соотношении, как растет криптовалюта и другие вот моменты торговли, то это будет, конечно же, в карман всем держателям токенов. Возможно, ну, да, там периодически какое-то время, ну, там биржа войдет, ну, собственно, в какие-то минуса небольшие, но не, я считаю, это ничего страшного, если в дальнейшем это просто будут только развития. Ну, вот тут интересно то, что, смотри, тут, скорее всего, они будут фиат поддерживать, потому что они... Первые клиенты это FX Primus, это английская брокерская компания с лицензиями в FSA, Financial, не помню, там Authority. Вот, это английский регулятор, у которой очень сложно получить лицензию, это все проверяется очень часто, и лицензию потерять легко, получить ее сложно, она стоит очень много денег, и Primus. Это реально крутые. То есть, если они будут как-то часть объема отдавать на Trade.io, это будет очень круто. Ну, и вот... То есть, вы можете крипту свою конвертировать в фиат по идеальному курсу, потому что сейчас крипту конвертировать в фиат стоит, ну, 1.5-2% внутри биржи, плюс все комиссионные и так далее. То есть, очень дорого стоит на самом деле. Ну и наоборот, фиат в крипту тоже по разным курсам это все происходит. Ну да, на Coinbase купите, будет стоить вам 2.5-3% примерно, плюс вывод, сколько займет времени. Вот. У них еще партнеры, то есть они, как я понимаю, на HitBTC будет, и уже, понятно, да, что
Из-за Да. дельта. Ну, дельта, понятно, там самому можно добавить монету любую. Вот, а партнер у них университет Никосия, неплохо, когда университет. Ну и другой интересный момент, то, что у них есть 6 компаний, которые хотят принять участие в ICO или на IPO, на бирже Tradio. То есть я понимаю, что они еще и будут как-то это все саппортить, как-то производить, помогать компаниям это делать ICO или IPO. То есть они еще, наверное, по законодательству не знают, как это будет точно происходить. Вот, то есть реально интересная компания, там Telegram у них большой достаточно сейчас, он просто открывается, не помню, сколько там было Кстати, людей. 6700 довольно-таки крупный телеграм. Ну да, то есть техподдержку можно получить по токенам, там хардкап, насколько я понял, 500 миллионов, на продажу идет 250 миллионов. И по ценам там надо, ну, если есть идея брать, надо брать сразу, потому что не так долго будет ICO длиться, все. До 4 января начинается, 7 января. Вот, и надо брать, наверное, сразу, потому что скидка примерно 50%, это существенная скидка. Ну, пишешь, подожди, ICO начнется через один день, то есть завтра, послезавтра, в смысле, седьмого, Ну да? да, то есть один эфир 900 монет, чтобы у вас был доступ пул ликвидности где-то примерно на 3 эфира надо взять. Ну вот, то есть там на 1200 долларов, в принципе, можно рассмотреть такой вариант, и в апреле прикольненько торговать уже. Ну, в любом случае, это есть информационный обзор, и никто никого никуда не подталкивает, друзья. Мы должны понимать, что здесь присутствуют риски, как в этом и все, как всех остальных, как в общем в блокчейне. Потому в любом случае нужно разбираться и понимать, что это может как принести нам всем прибыль, как вам, нам, то есть всем полностью, так и наоборот убытки, если что-то случится с той или иной компанией. Вот, и в принципе на этом этапе, я думаю, мы поделились той информацией, которая на сегодня у нас есть. Возможно, в самом ближайшем времени будут какие-то интересные новости, и мы запишем дополнительный обзор о компании Tradio. А так, были рады поделиться, кому было интересно, полезное данное видео. Будем благодарны, если вы поддержите, поставив палец вверх. Кроме того, будем отдельно благодарны, если вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Также, друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить последующие видео о других ICO компаниях. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, всем Всем пока. пока.